Рекорды гуманитарной миссии. Штаб Рината Ахметова раздал на Донбассе 4,5 миллиона наборов выживания. Эту помощь получили мирные жители по обе стороны линии разграничения. Волонтеры также устанавливают рекорды. Какие, расскажет Юлия Меньшакирова. 99-ю по счету колонну с гуманитарной помощью формируют еще до рассвета. Водитель Сергей проверяет габариты. Через полчаса машина отправляется в путь. Люди ждут, я так смотрю. И руками машут, когда заезжаем, и аплодируют. В грузовиках помощь для 20 тысяч мирных жителей. Доставят гуманитарный груз на стадион «Донбасс-Арена». Здесь формируют и распределяют продовольственную помощь для мирных жителей неподконтрольной Украине территории. Каждую продуктовую единицу волонтеры помечают стикером «Не для продажи». Волонтера Дениса Гитарова коллеги по цеху прозвали «человеком-машиной». В день парень может проштамповать 6 тысяч бутылок с маслом. С ящиком этого продукта он расправляется за рекордные 30 секунд. Раньше Денис шил шторы и гардины, но с началом боевых действий его ателье закрылось. Теперь профессиональные навыки применяет здесь. Я швея, портной, поэтому там пальцами работать надо быстрее, чем здесь. Помощь гуманитарного штаба Ахметова получают жители 221 населенного пункта Донбасса по обе стороны линии разграничения. На сегодняшний день волонтеры уже раздали 4,5 миллиона наборов выживания. Это огромная цифра. За этой цифрой миллионы спасенных жизней. Миллионы людей, которые без этих продуктовых наборов, которые мы называли и называем наборами выживания, просто не смогли бы прожить в течение этого года во время боевых действий и во время экономической блокады. Наша задача, задача Рината Ахметова – помочь каждому жителю, который нуждается сейчас и в продуктах питания, и в медикаментах. Работают не только стационарные точки выдачи в городах. Каждую неделю наборы выживания в глубинку Донбасса везут мобильные бригады волонтеров. До конца сентября гуманитарный штаб доставит еще 170 тысяч продуктовых пакетов в Донецкую и Луганскую области. Юлия Меньшакирова, Николай Сыченко, Данила Киреев, Владимир Конопля. События, канал «Украина».